Некоторые эксперты уверены, что мировой кризис, если он и случится в наступающем году, даже пойдет нам на пользу. Правительство после того, как засундучило все деньги, имеющиеся, потихоньку отпускает вожжи, начинается реализация нацпроектов, поэтому даже если в мире будет несколько хуже, у нас те самые факторы, которые последние годы сдерживали рост, они наоборот станут помягче, поэтому будет так на так. Можно ли подготовиться к буре в мировой экономике? Экономисты говорят, да. Отложить деньги на черный день, не брать кредиты и подходить к тратам рационально. Глядишь, пронесет. На следующий год лозунг будет какой-то вот молчалинский, как в «Горе от ума». Умеренность и аккуратность. Умеренный рост, умеренная инфляция, умеренное потребление. И вообще самое главное все делать умеренно и аккуратно. Иван Пашков, Москва, 24.